Впереди. Больнов Кирилл подает. Владимира. 3-0 Бауманская наращивает преимущество в начале первой партии. Продолжает подавать Бойнов Кирилл. Атакует Владимир Ермаков. Ему сопутствует успех. 1-3. Подачу выходит капитан команды Ярослав Власов. Атакует Кирилл Багарьян. Ваут. 2-3. Ярослав Власов подает. Приемом мяча, с приемом подачи от Ярослава Власова. Счет равный 3-3. В этот раз подача в аут. 4-3. Бауманская на шаг впереди. Естушей на Матвея. В игру вступает Караченков Алексей. Подает Даниил Вау. Мощная атака от второго номера Лобни Владимира Ермакова. Мимо площадки. 5-3. Лобни без атаки. Алексей Каратенков забивает шестой мяч. 6-3. Продолжает подавать Даниил. Илья Назаров. Атака по диагонали. Мяч достигает пола площадки Лобни. 7-3. Бауманская впереди.
начинает между рук атаку от второго номера Владимира Ермакова. 4-7. Илья Азаров забивает восьмой мяч. 8-4. На подачу выходит Тимофей Таганов. Илья Азаров добивает переходящий мяч. 9-4. Лобня. Не всегда могу сказать, кто, потому что у спортсменов Лобни номера только на спине. 5-9. Илья Назаров добывает 10-е очко для своей команды и выходит на подачу. Спортсмены Лобни. 11-5. Мощная атака от Панюшкина Андрея. Андрей не попадает в площадку. 12-5. Продолжает подавать Илья Назаров. Эйс от Ильи Назарова. Силовая подача в край площадки. 13-5. Забивает еще один мяч. 14-5. Илья Назаров продолжает бомбить силовыми подачами площадку Лобни. Пятнадцать-5. Бауманская впереди. Не принимает мяч Владимир Ермаков. От его рук мяч уходит в аут. 16-5. Атакует Кирилл Байнов. Площадку не попадает. 6-16. Подача переходит к спортсменам Лобни.
Кирилл Байнов теряет еще одно очко. 7-16. Атакует, все у него получается. 17-7. На подачу выходит Алексей Каратенков. Лобня без атаки. Мощная атака от Ильи Назарова. Лобня блокирует удар Ильи. 8-17. Подача в аут. Подавал 10 номер Андрей Панюшкин. 18-8. Давать будет Кирилл Багарьян. Лобня не принимает подачу от Кирилла. 19-8. Подача. К тому же мяч цепляет сетку. Кирилл забивает еще одно очко. 28. Похожая ситуация. Опять мяч цепляет сетку, меняет траекторию. 21-8. Уверенно лидирует в первой партии. В этот раз мяч в сетке. 9-21. Забивает 10-й мяч. 10-21. Подача в сетку. Кирилл Байнов. Подача в аут. Команды обменялись неподачами. Счет 11-22. Подавать будет Ярослав Власов. Команда Лобни. Хотел обмануть упороченной подачей, но мяч ловит сетка. 23-11. Подавать будет Даниил Лао. Для своей команды 13 очко и выходит на подачу. Нет, 12 очко. 12-23. Подает Владимир Ермаков. Владимир!
скидки Тимофея Таганова. Мяч на сторону Бауманска не возвращается. 24-12. Сетбол в исполнении Тимофея Таганова. Сложный мяч, сложная траектория полета. У Алексея Коротенкова не получается перебросить мяч на сторону соперника. Счет 13-24. Записываю мяч на счет Даниила Рыкова. Перекинул на сторону Бауманской. Бауманская не смогла поднять этот мяч. 14-24. Неудачный прием мяча у Кирилла Бойнова. 15-24. Даниил Рыков забивает еще один мяч Бауманской. Какой-то длительный провал в игре Бауманской. 16-24. Никак они не могут забить последний мяч. Завершает своим ударом первую партию. 25-16. Мы с вами делаем небольшой перерыв. Продолжаем смотреть игру. Бауманская Лобня в рамках детско-любительской волейбольной лиги. Вторая партия. Счет 0-0. Подавать будет Невежин Дмитрий, пятый номер команды Лобня. Захар Новиков скидкой забивает первое очко и выходит на подачу. Лобня без атаки. Вытащил Бауманской сложный мячик. Теперь Лобня вытаскивает мячик, и первый номер Душков Артемий забивает первый мяч во второй партии для своей команды. 1-1. На подаче Ярослав Власов. Подача в аут. 2-1. Бауманская впереди. Подает Тимофей Таганов.
мощная атака от третьего номера Даниила Рыкова. Даниил не попадает в площадку. 3-1. Илья Назаров дублем атакует. Вторая атака приносит успех команде Бауманская. 4-1. Продолжает подавать Тимофей Таганов. Не справляется с приемом мяча Султан Эльгайтаров. 5-1. Арбитр фиксирует ошибку. Вероятно, заступ у подающего. 2-5. Подача в аут. Подавал Владимир Ермаков. 6-2. Илья Назаров. Силовая подача. Мимо площадки. 3-6. Артемий Душков на подаче. 6-6. Арбитр фиксирует попадание, ну, вероятно, в линию. Отдает это очко команде из Лобни. 4-6. Продолжает подавать Артемий Душков. Кирилл Багарьян забивает 7-е очко. 7-4. На подачу выходит Даниил Уау. Мощная атака от третьего номера Даниила Рыкова. Все у него получается. 5-7. Подает Даниил Рыков. И зарабатывает еще одно очко для своей команды. 6-7. Игроки Бауманской расступаются в надежде, что будет аут. И ошибаются. Кирилл Войнов атакует и добивает мячом до пола площадки Лобни. 8-6. Подавать будет Кирилл Багарьян. Смог заблокировать этот мяч Захар Новиков. Счет 7-8. У Лобни минус 1. На подачу выходит Андрей Панюшкин, 10 номер команды Лобня. Мяч цепляет сетку. Попадает Захара Новикова и опускается на пол площадки Бауманской. Счет равный 8-8. Атакует Андрей Панюшкин. Мяч задерживает сетка. 9-8 Бауманская в
выходит вперед. Подает Кирилл Бойнов. Укороченная подача. Еще одно очко в копилке Бауманской. 10-8. Парашютиком запустил мяч. Игроки Лобни долго смотрели на него, решили не принимать. Но мяч также парашютиком опустился в самый угол площадки. Кирилл зарабатывает один из тайчков для своей команды. 11-8. Вроде бы атакует ваут, но арбитр фиксирует касание игроков Лобни. Поэтому очко отдает Бауманской. 12-8. Продолжает подавать Кирилл Бойнов. Атакует ваут. 13-8. Кирилл Бойнов задержался в роли подающего. Записываю мяч на счет Захара Новикова. После его скидки мяч не возвращается. На половину поля Бауманской. Тайм-аут берет тренер Лобни. Перерыв. Продолжаем смотреть вторую партию. Во встрече Бауманская Лобня в рамках любительской волейбольной лиги. Счет 14-8. Пользу Бауманской подает Кирилл Бойнов. Мощная атака в исполнении Даниила Рыкова. Но мяч задерживает сетка. 15-8. Все тот же Кирилл Бойнов. Очень долго задержался он на подаче. Решил исправить ситуацию. Подача в сетку. 9-15. Подача переходит Лобни. На подаче Невежин Дмитрий. Бауманской неудачный прием, неудачная передача и неудачная атака. Все три элемента позволили Лобни выиграть это очко. Счет 15. Атака Ильи Назарова. Спортсмены Лобни блокируют его атаку. Счет становится 12-15. Подает Невежин Дмитрий. Подача в сетку. После подачи Дмитрий Невежин отправляется в запас. Вместо него выходит Султан Эльгайтаров. Подает Захар Новиков. Тимофей Таганов скидывает переходящий мяч. Подает Захар Новиков. Силовая подача.
Баут. Вместо Захара Новикова на площадку выходит Андрей Трипутин. Арбитр фиксирует касание сетки у игроков Лобни. И отдает очко Бауманской. 18-13. Подает Тимофей Таганов. Кирилл Багарьян блокирует атаку. И красивым ударом Кирилл Байнов завершает этот розыгрыш. 19-13. Тимофей Таганов перебрасывает Даниэла. Мне в какой-то момент показалось, что ему сейчас было бы удобно самому атаковать. Перед ним не было блока, мяч висел над сеткой. Его бы удар бы пришелся кстати. 14-19. Завершает розыгрыш. Добывает 20 очко для своей команды. 20-14. На подачу выходит Илья Назаров. Подача в сетку. 15-20. Артемий Душков будет подавать. Кирилл Байнов. Практически на чистой сетке. Без блока. Вколачивает мячик в пол. Лобни. 21-15. Подает Даниэлу Ауа. Подача в сетку. 16-21. Мяч в игру вводит Даниил Рыгов. Кирилл Войнов обманывает блок. Скидкой за блок. 22-16. На подачу выходит Кирилл Багарьян. Невежин Дмитрий отправляет мяч в аут. Счет становится 23-16. В пользу Бауманской продолжает подавать Кирилл. Мощная атака в исполнении третьего номера Даниила Рыкова. 17-23. На подачу выходит Андрей Панюшкин. Кача Бау. 24-17. Сет гол.
подает Кирилл Войнов. Справляется с приемом мяча Артемий Душков. 25-17. Бауманская выигрывает вторую партию. Перерыв. Возвращаемся в игру. Начинаем смотреть третью партию. Во встречу Бауманская Лобня. Счет 0-0. Подает Кирилл Войнов. Ермаков Владимир отправляет мяч в аут. 1-0. Бауманская выходит вперед. Защиту Лобни. 2-0. Кирилл Войнов на подаче. Владимир Ермаков добывает первое очко в третьей партии для своей команды. 1-2. На подачу выходит Ярослав Власов. Подача в сетку. 3-1. Вместо Даниила Никитина в игру вступает Роман Пасюков. Накатом бьет через блок. Все у него получается. Забивает второй мяч. 2-5. Не справляется с приемом мяча Роман Пасюков. Его меняют на Никитина Даниила. Никитин Даниил тоже не остается в игре. Андрей Трепутень вступает в игру. Счет 3-5. Илья Назаров скидкой добывает шестое очко. 6-3. Подавать будет Захар Новиков. Thank you.
Бауманская разгадывает маневр Андрея Панюшкина. Андрей пытался сделать скидку, но скидка не прошла. 7-3 на подачу Захар. Илья Назаров попадает в край площадки. 8 очко в копилке Бауманской, 8-3. Атакует Илья Назаров, в этот раз мимо площадки. 4-8. На подачу выходит Артемий Душков, первый номер команды Лобня. Казалось бы, в простой ситуации Лобня теряет еще одно очко. 9-4. Подавать будет Илья Назаров. Атакует Алексей Каратенков. На мой взгляд, неудачная атака, мяч летел в аут. Ярослав Власов решил принять этот мяч. От его рук мяч ушел в аут. 10-4. Илья Назаров мощной силовой подачей забивает 11 очко, 11-4, и продолжает подавать. Еще один мяч записываем на счет Ильи. 12-4. Кирилл Войнов. Мощным ударом забивает мяч команде Лобня. 13-4. На подаче все еще Илья Назаров. От Ильи летят сложные подачи. Тяжело принимать. Аут. Да, мяч. Арбитр отдает очко команде Лобня. Счет становится 5-13. В чем причина, я не разобрался. Кирилл Войнов. Атакует. Мяч залетает между блоком и сеткой. 14-5. Подавать будет Алексей Каратенков.
Назаров. Сетка преграждает полет мяча. 6-14. На подачу выходит Андрей Панюшкин. Задержку мяча фиксирует арбитр Захара Новикова. 7-14. Подача ваут от Андрея Панюшкина. 15-7. Кирилл Багарьян на подаче. Владимир Ермаков добывает очко, 8-е очко для своей команды. На подачу выходит Дмитрий Невежин. Счет 8-16. Бауманская без атаки. Атака от Даниила Рыкова. Даниил в площадку не попадает. 17-8. Кирилл Байнов на подаче. Атакует блок. Блок смягчает удар. Но дальше никто не принимает этот мяч. 19-8. Не получается подача у Кирилла. 9-19. Подавать будет Ярослав Власов. Подача ваут. Счет 29. Мяч в игру будет вводить Никитин Даниил. Не разобрались с приемом мяча на своей половине поля спортсмена из Лобни. Мяч записываем на счет Даниила. 21-9. Бауманская уверенно лидирует в третьей партии. Подача ваут. Атакует Кирилл Байнов. Ваут. 11-21. Бауманская проигрывает этот розыгрыш.
стороны казалось, вроде бы ничего сложного там не было. Но мячик на сторону соперника не отправляется. 12-21. Кирилл Войнов справляется с приемом мяча. 13-21. Ошибаются спортсмены из Лобни. Вероятно, игрок задней линии выпрыгнул перед сеткой. Арбитр очко отдает Бауманской. 22-13. На подаче Роман Киселев. Добывает еще одно очко для Бауманской в подаче. Продолжает подавать. Атакует Кирилл Войнов. Атака не получается. 14-23. Подача переходит к Лобне. Подавать будет Артемий Душков. Илья Назаров мощным ударом забивает 24-е очко и выходит на подачу. Сет-гол в исполнении Ильи Назарова. Игроков Бауманской.